Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана с мобильной фото-видеосъемкой. Ну, а в частности, более ближе, конечно, видеосъемка. В данном случае у вас представлен производитель SmallRig. Уже мы много рассмотрели элементов от данной компании для фото-видеосъемки. Так что можно посмотреть на канале и увидеть там клетки, различные крепежи, ну и тому подобное. В данном случае понадобился риг для смартфона, но не простой риг, а складной, чтобы можно было его легко переносить. У меня есть на канале риг Andoer, который можете тоже посмотреть и увидеть. Единственный его недостаток, он не складывается, поэтому, чтобы его куда-то носить, надо иметь соответствующее хранилище. Ну, либо бросать в сумку, в рюкзак и так далее. А он достаточно весомый, поэтому не потаскаешь. В данном случае был приобретен данный тип рига. Есть у них, вернее, был у них один вариант рига металлический, тоже складной. Но в данном случае выбрал я вот этот вариант, что сейчас вам продемонстрирую. Выполнен там из пластика, карбона и металлических элементов. Пришел он при помощи Почты России. Шло очень долго, где-то около 3 недель. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Ну, еще по дороге помяли, как обычно, упаковку. Так, давайте смотреть, что у нас пришло. Приходит вот в таком виде. Здесь модель написана. Вот что из себя представляет SmallRig. Вы уже, наверное, видели и наблюдаете за ним. Единственный недостаток, здесь есть крепление, так называемые холодные башмаки для, ну, например, микрофона для света. Но чтобы их установить, нужно иметь соответствующую фиксацию. Вот как вот здесь вот продемонстрировал. То есть зафиксировать нужно. То есть вот он. Здесь характеристики описаны о том, что сборная-разборная конструкция, то есть можно поместить любое место. Дальше хорошо держит, то есть для видеосъемки, ну и хорошо удерживает. Вот вариант в сборочном варианте продемонстрировано. Его технические характеристики также показаны и участвуют здесь. И представлено, что приходит, имеется в виду, в комплекте. Так, ну и давайте вскрывать, смотреть, что находится внутри. Есть пломбы. Вот у нас Почта России порвала. Так, здесь уже в бумаге, не в пакете их стандартом приходит. Вот, кстати, внутри упаковки уже представлена вариация на в каком виде можно применять, то есть исполнение ее, этого рига, его, этого рига продемонстрировано. Так, вот такое вот, такая вот сборная конструкция у нас представлена. И есть у нас инструкция по эксплуатации. Вот здесь на китайском языке. И, как обычно, у нас идет на английском языке. То есть все здесь продемонстрировано. Основные характеристики, гарантийные случаи, ну и так далее. Ну и принцип установки, раскладывания данного рига. Так, ну и давайте посмотрим, что из себя представляет риг. Вот в таком виде представлено. Ну, тут пластик и карбон. Новый вариант. Дальше, вот здесь есть резьба. 1/4 дюйма, чтобы устанавливать на штатив. Единственный недостаток только в одном месте. В этом варианте здесь не представлено. Так, дальше. В таком виде у нас открывается внутренности его. Здесь вот металлическая часть. Можно как горизонтальное исполнение смартфона устанавливать, так и вертикальное. Можно устанавливать смартфон для видеозаписи, тиктоков и тому подобное в таком виде, чтобы закрепить, установить и демонстрироваться. Так, под разные толщины смартфонов предусмотрено. Так, здесь у нас открывается и появляются ручки. Вот в таком варианте можно устанавливать и держать. Так, и поднимаются так называемые холодные башмаки для того, чтобы закрепить у вас соответствующее оборудование. Но с креплением, вот, например,
здесь у вас крепеж какой-то, либо второстепенный, нужно покупать крепеж, если нету основного там на свете, либо на микрофоне. Ну, то есть в таком виде закрепить его. И там, где нету у вас крепежа соответствующего, можно использовать вспомогательные, которые пришли с другим оборудованием. У меня пришли варианты. Я могу использовать. Причем две штуки пришли. Ну и есть варианты использования и уже с крепежами готовые. Так, ну вот такого вида у нас риг. Достаточно легкий. Достаточно быстро и хорошо складывается. Можно поместить аж в карман брюк, куртки, ну и тому подобное. Ну, либо в карман рюкзака, сумки и взять с собой. Весит он, веса он небольшого. Давайте сейчас посмотрим, как он действует вместе с смартфоном. Вариант продемонстрирую для этого. Справа, слева стоят модели, фигуры. Так, ну и давайте приступать. Я вам продемонстрировал риг для смартфона, самораскладывающий, небольшого веса, который позволяет комфортно переносить его, ну и быстро раскладывать и производить какое-то фото-видеосъемки. Сразу же хочу сказать, где-то в статическом варианте, здесь это не трехосевой стабилизатор, но все же помогает при видеосъемке, чтобы у вас стабильное было видео, когда вы держите не одной рукой, а двумя руками смартфон, который в данном случае подвешен на данный риг. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.